Так, продолжаем наши битвы с четверкой. Объявил нам войну Эфиоп еще. Но это дебильная тоже система в четверке. То есть, что бы ты ни делал. Ну, ладно, Эфиоп еще ладно. Меня просто прикалывает, что Монголия в любом случае просто 100% объявляет тебе войну, что бы ты ни делал. Так, ну, это фигня. Тут я вырубил лес. Еще вырубаю. В общем-то, надо ускориться с этим делом. Ну, что, тут одна катапульта. Но я думаю, сейчас стеки придут. Вот какой-то стек идет. Но опять же, от этого вроде отбиваемся. Как только у нас тут всего два лука. Давайте хотя бы еще двоих туда перебросим. И надо, наверное, все-таки армию вместо универов строить. Ну, не знаю, блин, отвлекаться туда, не отвлекаться. Наверное, рыцарей надо туда все-таки перебросить. Yes. Тут, пожалуй, булавоносцами и катапультой пойдем дальше. Стоим. What do you need? Рыцарей всех на фронт с Эфиопом. Когда там замок? Имеет ли смысл замок строить? Он же сейчас прекратит работу, не? Блин, короче, Илья Коган меня раздражает. У него все в четверке зашибись. Нахер. Идет. Человек без критического отношения к вещам. У него все зашибись. Все нормально в игре. Я вообще не знаю ни одной игры, которой нельзя было бы какую-нибудь критику. У этого все нормально. И битвы самые лучшие, и дипломатия компов самая лучшая. Все зашибись. Все отличная, отличная игра. В шестерке у тебя есть конкретный инструмент. Если у тебя объявлена дружба, то тебе никто не может объявить войну. Это логично. Или как в Old World здесь сделано. Окей, ты можешь объявить войну, но, то есть, у тебя там объявлен мир. Я не помню, какое-то вот, ну, состояние, что типа, ну, ты можешь объявить его войну, но тогда у тебя отношения со всеми другими, раз ты в таком состоянии вот эту внезапную войну объявляешь, резко портится, и у тебя шанс, что все остальные к тебе будут плохо относиться. Здесь похер, все похер. Да, кстати, в Йорке можно еще перебросить парочку. Из Йорка, я имею в виду.
Так, я так понимаю, что сегодня уже донатов больше не будет, да, на четверку? Типа, вчера кидали. Ну, я так понимаю, тогда это будет последний стрим, раз уж такое дело. Я думаю, просто мне переключать университет или нет на юниты. Один пикинер идет. Ну, вообще надо, наверное, давайте катапульты, наверное, поделаю. Там вот этот стек. Там просто пикинер, который будет. Он всего один. Но мне надо его как-то убрать, потому что он. У него 100% против верховых юнитов. То есть мне сидеть ждать, пока он будет. То есть город этим не берется. Но, блин, эти стеки надо как-то прореживать, чтобы они не мешали жить. О, о! Поперло еще. Нам надо соглашаться, нам нужны драгоценные камни. Любое общество, поступающееся каплей Так, бесплатная свободы ради технология. Но я капли хотел великого торговца стабильности, брать. не заслуживает ни стабильности, ни свободы и потеряет обе. Постройка лесопилки. Ну, типа, это дороже, но экономика даст бесплатного великого торговца. Опорах, возможность создавать. Не, давайте я хоть все-таки экономику возьму. Сложные проценты — это самая могущественная сила во Вселенной. А великим торговцам мы можем Золотой век запустить, я вот так считаю. Вот, теперь открываем порох. Present and accounted for. What's the plan? At your service. Ну, конечно, конечно, игры развиваются, естественно. Поэтому не надо относиться к чему-то, вот исходя из тех представлений о хорошем. Надо из сегодняшних. То есть в четверке есть, очевидно, хорошие идеи, которые не используются многими. И которые исчезли в пятерке, например. Это жалко. Но те минусы, которые тут есть, а это один из главных минусов, это боевка, которая. То есть один юнит на тайл, он и глубину тактики придал, и интерес, и уровень этого тактических действий. Ну и, соответственно, это и на стратегию повлияло, потому что по-другому стратегически надо действовать. Это игре больше уровней добавило. Приходит человек и рассказывает, какая классная боевка в четверке. Но это просто, ну, то есть, если вам нравится, вы смотрите просто вот узко в одно место, как будто то, что вам нравится, значит, и нравится всем остальным. И защищать вот это вот, просто, ну, надо объективно относиться к своим. Вот это трэш. Мне это нравится, но это трэш, я понимаю, что надо по-другому делать. Но защищать это просто, ну это поразительно. Yes? Нет, давайте тут лучше дорогу пока сделаю.
Так. Что, он одной катапультой подошел? At your service. Tell me what to do. What do you need? At your service. Так, а, собственно, а, вон стек какой, я просто думаю, где он? Где он атакует? Ну, это тоже херня. Вот этим скорее он... Да, это тоже херня. Тут, то есть на меня... вон, кешики, кстати, бегут. На меня монгол скорее сильнее атакует, чем... Reporting for duty. Блин, надо возвращаться, потому что вот этот сейчас пойдет на Гастингс, получается. Так. Давайте думать. Наверное, отсюда четверых рыцарей сюда. А этих двоих сюда. Нахрен эти леса повырубаем. О, свобода совести открылась. Плюс 2 денег в городках. Ну, нам надо на самом деле демократию открыть, и тогда сразу и равноправие, наверное, принять, всеобщее избирательное право и свободу слова. Свободу совести, наверное, пока не буду. Мне больше организованная религия нравится. Андрей Каминский, это... Знаешь, ты вот сейчас просто пришел и говоришь, Леша, ты не очень в пошаговых стратегиях разбираешься. Ты просто человек хороший, но, в принципе, я не считаю, что ты... Вот твои обзоры там, то, что ты там 10 лет, у тебя канал по пошаговым стратегиям, ты в этом не очень разбираешься. Поэтому, если тебе не нравится, все так не так однозначно, то, что ты говоришь, в принципе, мне не особо нравится. Ты не объективен, у тебя нету опыта, ты ничего не знаешь в этих играх. Вот я твое сообщение так сейчас воспринимаю. То есть... Я веду больше 10 лет канал про стратегические игры, но, в принципе, в них не разбираюсь. Правильно я понял? То есть зачем тогда вы смотрите? Зачем вы там обзоры мои смотрите? Гайды? Ну, то есть... Блин... Это... Вы, получается, живете в мире, где у вас просто нету авторитетов никаких. Все ни хрена не знают. И я такой болтыхаюсь, как голдешка в ней. В море. Никто ничего не знает, ничего не понимает.
Что происходит? Как какать, да? Вот это вот. Не знаю, правильно ли я замок строю. Мне не очень понятно вот это вот. Устаревает замок. Это значит, что он вообще не работает? Просто я уже открыл экономику, но при этом строю замок. А где устаревают стены? Ну тоже, вот прикол. Каким образом стены устаревают позже, чем замок? Хотя замок вот открылся буквально вообще рядом. Катапульта захватила работника, но я тут вырубил лес, что я и хотел. Ну давайте, да, прекратить войну против Алексейчика, но я думаю, что они не проголосуют за это. Так, монгол опять стоит, не подходит. Ready for action. Your orders. Yes? Reporting for duty. А интересно, а тут отсутствие ресурсов, вот он может лошадей разграбить, только на строительство влияет или на силу юнитов тоже повлияет, как в пятой и в шестой? Дед Бородец, здорово. Потому что я вам говорю не исходя из личных предпочтений, а исходя из опыта, знания многих-многих игровых механик и исходя из того, как это правильно или неправильно, хорошо или плохо в качестве игрового опыта для людей. Вот и все, а не потому что лично мне, вот я... Мне много чего нравится, что я вам не говорю. Ведь я не считаю, что то, что мне нравится, это правильно. Вот и все. Я вам говорю из игрового опыта. А вы это воспринимаете как Леша Халецкий, как частное лицо, говорит свое мнение. Хотя вы смотрите канал про стратегические игры. Я вам про это говорю, ваше восприятие. Что я чисто... Вы меня воспринимаете, как будто я... Ваш дружочек-пирожочек, какой-то школьный товарищ, который говорит вам вещи, в которых не разбирается. Вот и все. И мне это поразительно, что я еще должен доказывать это, вот тратить на это время, вот каждый раз. Вот приходит вот такая, какой-то неизвестно кто, и требует, чтобы я ему что-то объяснил, доказал. Конкретно ему лично. Ай, блин, вы, короче, мне все настроение испортили, вообще нету желания.
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. Одни книги нужно попробовать на вкус, другие проглотить, и лишь немногие разжевать и переварить. Your orders. Reporting for duty. Waiting your orders.
At your service. Waiting your orders. Ready for action. Коль музыка ты пища для любви, играйте громче. Action. Reporting for duty. Orders. Waiting your orders.
Tell me what to do. What do you need? Tell me what to do. Tell me what to do. At your service. Ready for action.
Yes? What's the plan? Yes? Ready for action. Yes? Yes? At your service. Мудрейшие из людей следуют своим собственным путем. Человек не позволит убивать себя в обмен на полпенса в день или ничтожный знак отличия. Чтобы воодушевить его, нужно обращаться к его душе. Tell me what to do.
Ready for action. All present and accounted for. At your service. Reporting for duty. All present and accounted for. What is the plan? What do you need? Ready for action. Ready for action. All present and accounted for. Ready for action. What's the plan? What's the plan? All present and accounted for.
service. Reporting for duty. At your service. Ready for action. Your orders. Awaiting your orders. All present and accounted for. Waiting your orders. At your service. Your orders. What's the plan? Tell me what to do. Reporting for duty. All present and accounted for. Awaiting your orders. Tell me what to do. Reporting for duty. Tell me what to do. Reporting for duty. All present and accounted for. What's the plan? All present and accounted for. Ready for action. At your service. Tell me what to do. Yes? Your orders. Yes? What do you need? Yes.
Ready for action. At your service. On our way. Воины-победители сперва побеждают, а потом вступают. Те же, что терпят поражение, сперва вступают в битву и только затем пытаются победить. Your orders! Your orders! What's the plan? What do you need? Let's get moving. Waiting your orders. Mm-hmm.